параллель между вообще всеми событиями, которые происходят в России, и всеми событиями, которые происходили в многострадальной Сербии. Вот. То же самое, все у нас повторилось, только зубы от нас поломают. С нами не проканала у них оранжевая весна, и сербский враг вряд не проканет с Россией. И здесь они вместо оранжевой весны, вот, или арабской, они получились русскую весну. Прошли Черногорию, зашли в Албанию, где очень такие антиправославные настроения присутствуют, и, значит, проехали по нескольким прекраснейшим монастырям Албании православным. Приехали в святыню православного мира Охрид, это Македония, поднялись до Сербии, соответственно, до Белграда через Ниш, вот, и потом через горы вернулись обратно в Херцеговину. Такой вот кружок. Сегодня, как бы объезжая Украину прямую дорогу, так вот, заходить сначала на Венгрию, потом вниз. Это все-таки там ни много ни мало, там почти 5000 километров. Поэтому, в общем-то, и время, так скажем, немножко не на нас играет, потому что здесь уже стоит глубокая осень на улице, смотрите. Поэтому кто смог доехать из наших ближних, конечно, на мотоцикл, кто-то смотрит на машину. Посетили более 30 монастырей, в каждой из которых мы доставили иконы с Руси. Мы, значит, брали, например, там икону лики Серафима Саровского с Дивеева, брали лики Сергия Радонежского, Сергия Лавры, брали из Федоровского монастыря Александра Невского, доставляли все. Получали в ответ тоже на сербских святых. Yeah.
те же самые процессы. Черногорию, по сути, можно сравнить с Крымом. Значит, искусственно и не правомерно, противозаконно разделили единый народ. И пытаясь стравить его с сербами. Это мы видим то же самое соотношение церкви, которую пытаются расколоть и так далее. Мы называли этот пробег «Русские Балканы». Женя очень много сделал для организации, и вот на нем лежалась подготовка марш-броска по Сербии с финалом до парада. И все эти монастыри, по которым мы проехали, все там, все города, где побывали, привезя с собой тоже некие подарки там. Для нас этот мир не новый, потому что мы ежегодно проводим мероприятия, и ежегодно в сентябре-октябре мы отправляемся в путь по Балкану. Как Саша сказал, мир неразрывный для нас, потому что мы, как бы, Балканы — это наш, Сербия — это наш, Черногория — это наш, Македония — это наша. Ну, и, в общем-то, мы ежегодно, как бы, поддерживали это, там, отправляемся в путь. Кириллица пошла оттуда. Охрид, если приедет, вы там увидите там тех двух апостолов, которые принесли, которые, собственно говоря, являлись основателем русской письменности. We'll be right back.
поехать, учитывая тот факт, что когда у меня я разговаривал с Николичем, с президентом Сербии, там еще год назад, до всех событий в Крыму, у нас, значит, мы там говорили о возможности проведения там огромного байк-шоу, которое должно было пройти тоже в Турции, в Белграде. Но потом понятно, что события русской весны в Крыму и Севастополе поставили крест на этих планах, потому что ничего более важного, кроме как Севастополь, у нас не было. Здесь уже понятно было, что мы не попадаем в Белград, и сделать второе бэк-шоу просто физически невозможно. Поэтому я сбился на такую реальную возможность побывать там очередной раз, еще на таком знаковом событии. 30 лет не было парада в Белграде. Predsjednik Republike koji ima nagradu Heroj Rusi i njegov zamjenik koji ima isto nagradu Heroj Rusi za dosta stvari koje uradili za Krim i za sve ostalo. Всех трех президентов, президент и России, и Сербии, и сербской Боснии, все были находились там на параде. Это особое ощущение, это непередаваемое совершенно, это, конечно, люди. Приезжали на мотоциклах по сербским городам. Я время от времени слал смс-ками, фотографии, и транспаранты, надписи эти, которые они делали на своих домах, встречая президента России. Некоторые я просто вам даже не могу перевести, сейчас сказать вслух озвучить не могу, потому что слишком крепки там выражения были, показывая все их отношение как к этому международному жандарму Америки, да, так и как отношение свои чувства к России и лично к президенту России. Радуга, которая, знаете, возникла в финале после парада, она и то как бы символизировала вот настроение людей, вот луч в конце туннеля, в конце концов. Пошедший дождь, такой ливень там начался, хоть бы один человек оттуда ушел. Это, то есть, реально весь Белград был, когда пришел на этот парад. И весь Белград там приветствовал президент России. Вера наша, вера стара, вера наших святых цара. Вера вечна, вера славна, наша вера, брат.